Здравствуйте, еще один небольшой урок, который посвящен тому, что у вас в арсенале должно быть пара ударов, которые вы должны отлично бить в любом состоянии, в любое время суток, с любыми противниками и так далее. То есть о чем сейчас речь? Есть так называемые коронки. Вот, поэтому я не хочу, и хочу поговорить. То есть я вам предлагаю отработать пару ударов, которые вы будете бить закрытыми глазами. Вас должны поднять ночью, и вы должны четко ударить эти там пару ударов на 100%. Вот. Как и что, какие из ударов вы можете выбрать, решайте сами. Но я для себя, например, выбрал два удара, о которых я сейчас расскажу и покажу. И в какой интерпретации их можно использовать. Итак, прямой удар. То есть как он бьется, вы сейчас увидите. Стоите прямо. Одна нога чуть сзади. Вот. То есть положение не сильно широко, не надо ноги ставить, чтобы было неудобно. Примерно на ширину плеч. Руки перед грудью. Все, бьем левой рукой. Вот схема. Значит, вот он удар идет, как бы отталкиваетесь ногой, запускаете бедро, идет волна и вылетает рука с переносом веса тела. Еще раз. От ноги, бедро, волна в руку с весом тела. Раз. Видите, вот. Пролетает волна. Раз. Вес тела здесь. Еще разок. Раз. Видите, меня выносит. Также с другой руки. Встали. Раз. Вот она, волна, видите? Также этот удар нужно потренировать и передней руки, скажем так, да? Раз. Также отталкиваетесь ногой, вот видите? Вот она, волна протекает. Вот с этой ноги вы отталкиваетесь. Запускаете волну, бьете. Также правой рукой. Вот она, волна, видите, пошла. Оп! Еще раз. Волна. Также этот удар нужно подрабатывать с фронтального положения. Вот, ноги рядом, руки здесь, волна, удар, волна. Все идет от ноги, нога, бедро, волна, удар. Видите? Вот волна. Рука сама хочет вылететь. Но я еще вкладываю вес тела туда, переносит вес тела вот в эту область. Еще один удар, который для себя выбрал. Для рук. Боковой. Крюк. Схема следующая. Руки здесь, опять нога. Волна. Все. С этой руки, с левой. Волна. Выхлест. Еще раз. С передней руки. Волна. Также я сейчас покажу вам
те удары ногами, которые для себя выбрал, чтобы они работали безупречно. Прямой удар ногой, самый простой, но достаточно эффективный. Все также начинается с ноги. Нога, видите, нога, отталкивайтесь, бедро, волна, выхлест. Все, волна. Все, также с другой ноги. Волна. Также с передней ноги можно бить. Короткая волна. Раз, хоп. Еще раз. Хоп. Волна, видите? Удар вроде бы простой, но на самом деле, если правильно бить, его силы достаточно, чтобы поразить противника, чтобы нанести ему травму. Также удар бьем фронтально. Стоим. Волна короткая. Оп. В пах, например, раз. Оп. Волна. То же самое можно попробовать в динамике. Двигаемся. Оп. Все. Также руки. Один удар ногой, который часто используется в муай-тай. Руки здесь. Еще раз. Волна. Часто удар бьется в бедро. Очень мощный удар. Его можно бить как с проносом, так и без проноса. Еще раз технику удара. Видите, волна. Если с проносом, сегодня все. С вами был Владимир Дробинястый. До следующего урока.